Неужели тебе деревянный короб навалял? Ладно, ну, может, слегка поторопился. То-то же. Вот сейчас все чисто. Текс, тут чутка с разгончика. Вай, ой-ой-ой, сматываемся. Всем привет-привет, друзья! Новогодние каникулы и выходные продолжаются, и бонусное приключение красного шарика тоже. В прошлой серии мы победили босса зеленых холмов и остановились на 61 уровне. Вот с него и начнем. Ребятки, ставьте лайк, если обожаете каникулы и выходные, и погнали смотреть, что ж там дальше-то! Ага, а дальше у нас, судя по всему, темный лес. О, да, это он, покатились. И пока я прохожу первый на сегодня уровень и собираю золотишко, самое время для новогоднего задания для зрителей. Интересно, интересно. И что нужно сделать? Как обычно, что-то посчитать? Агась, нужно посчитать, сколько раз за серию появится Кот Мороз. Кто-кто? Ну, Кот Мороз. Вот. Такой! Ага, это был первый, дальше подсказок не будет. Кстати, судя по золоту, это же бонусный уровень. Ну да, и чё? А ты магнит вначале не взял, вот чё. И я и без него все монетки собрал. Все? О, да, все что нужно, а те что не взял, они просто не нужны. Ха, отмазался. Да сам-то отмазался, а я чистую правду говорю. Хе-хе. Второй уровень, ребята, и встречает он нас ниндзей. А точнее, ниндзя встречает нас. Ну так погнали, и мы его встретим. Славным наваляем, само собой. Хе-хе. Получай, ниндзя. Вот тебе. Отлично, и продолжаем. Пошел. Супер. Хорошо, что ты не помчал на пролом уровень проходить, а то бы проиграли. О, зырь, кнопочка! И она открыла проход дальше. Не проход дальше, а путь к финишу! А ведь и правда, уровень совсем коротенький оказался. Не-не-не, это просто я его прошел, шовихрь! Да, ох и хвастун же ты, дружище! Да ничего я не хвастун, я все как есть говорю, это просто ты, Бука. Ну-ну. Ну чего, помчали? А может костюмчик давай сменим? О, точняк, молодца, игруля, что напомнил. И что выберем? Хотелось бы чего-нибудь крутое. Воу, да ты теперь и правда крут. О, да, костюмчик что надо. Вот теперь помчали. Начнем с золотишка. А сверху еще есть. Агась, а еще здесь короб. Давай скинем его сразу. Упс. Так он же в воду упал. Скорее всего, так и нужно. Конечно, так и нужно. Это ж я сделал. А чего упс тогда? Да просто это... Не перестаю удивляться своей крутости. А-а-а. Эй, короб, да куда ты поплыл? Давай обратно! Ну же! Ох, ой! Да уж, это было как-то не очень круто. Ну, почему же? Это в целом было не очень, но круто очень даже. Чего-чего? Ой, некогда объяснять. Ща пройду, не кипишуй, игруля. Просто корабульку нужно было подальше толкнуть, и усё. Вот теперь нормалёк. Собираем золотишко и помчали. Текс. Эть. И два. Сэ. Вот видишь, ничегошеньки сложного. Ну да, ну да. Не, ну прошел же ж. Раз прошел, значит легкотня. Ну, для меня, по крайней мере. Так-то место было очень матерое, само собой.
Смотри-ка, крылатик впереди. Ща догоним. Золотишко только пособираю. О, ща наваляем. И стой! Чё ты раскричался? Шипы же сверху. Прыгнешь на крылатого и сразу проиграем. Аргумент. Ладно, го дальше тогда. О, вот этого можно плюхнуть. Не можно, а нужно. А то, ишь, ходит он тут. О, деревяш. И он нам поможет пройти шипы. Тю, да я бы и без него справился. Как всегда. Да-да, то, что я хорош, ух. Фуф. Да, чуть не продули. Да просто ниндзя и пила вместе идут. Как навалять-то? А может, ну их? Не-не-не, ща разберемся. Вот так. Во, теперь ниндзя отстал и плюхается без проблем. Красава, дружище. Получай, летун. Ну а тут пару прыжков и готовченко. И еще один летун. И тоже ща отхватит. Вот так вот. Супер, и здесь у нас конец уровня, друзья. Ну что, на этот уровень новый костюм брать будем? Агась, хотелось бы чего-нибудь необычного. Ха, и снова прям по заказу. Да-да, мне нравится, веселенький костюмчик. Осталось теперь найти врагов и весело им навалять. Хе-хе. О, а вот и враг. Агась, был. Снизу проход закрыт, но сверху есть кнопка. Айда жмаканем. Ща, только доедем до нее на платформе. Ну как сейчас доедем? Доедем когда-нибудь. Бу-бу-бу, вот ты нетерпеливый. Не, ну а чё? Хочется же позырить, что там дальше. А дальше у нас шипы на потолке. А это значит, что здесь лучше не прыгать. И как тогда монеточки взять? Похоже, никак. Или можно? Не-не-не, ну их. О, магнит. Так вот, как взять монетки. Ну, с магнитом-то понятно. С магнитом любой балбес сможет. Даже такой, как ты. Хе-хе. Чё началось-то? А я чё? Я ничего. Потроллил тебя немножко. Подумаешь там. Ты давай это, поаккуратнее. А то как-то здесь многовато пил. Но ничего, прорвёмся. Активация. О-о-о. Фуф. Вот это, конечно, была засада. Хорошо, что впереди не было второй, и ты смог нормально проскочить. Опаньки. Да здесь выход, игруля. Ну и отлично, уровень пройден. Опачки, игруля. Зырь, деревяш. Привет, братишка. Эй, а костюм? Упс. Забыл. Точнее, не забыл, а слишком обрадовался деревишу. Да и вообще, я вообще не забыл. Да-да. Чё ты вот это дадакаешь? Я просто решил остаться в новогоднем костюме. Ведь Новый год жешь. И что? Твой костюм-то каким боком к Новому году? Ну, он же красный. Прям как шуба и колпак Деда Мороза. Так что все в тему, игруля. Ха, ну если так, тогда да. Вот и все. Текс, тут чутка с разгончика. Активация. Вай, ой-ой-ой, сматываемся. Ага, видал, как я локо смылся? Ага, это ты прям удачно проскочил. Никакой удачи, это все моя суперкрутая реакция помогла. И раз я такой суперкрутой, значит, нужно надеть костюм супергероя. И нам выпал Железный Человек. Ну и нормалек, покатились. Вот тебе рогатый. А теперь кнопочка. О, такое я знаю, как проходить. Ничего сложного. Здоров, деревяш. Покатились. И с помощью него мы можем забраться наверх. Но ты бы, конечно же, и без него справился. Эть! Оп! И продолжаем! Ух! Назад! Не, но здесь на опережение идти было не вариант. Согласен. Мало ли что там впереди. Ща узнаем. А здесь у нас Квадратыч. А за ним шипы.
Еще и платформы уезжающие. Да, хорошо, что от робота ты назад ушел. Это все моя чуечка мне помогла. Смотри-ка, ниндзя. Та-да! Вынюхивает тут что-то. Слышь ты, давай до свидания. Супер, и это финиш уровня. Так-так-так, какой бы костюмчик выбрать? Хочется чего-нибудь такого. Какого-нибудь другого цвета, например. Эй! Не понял, а чего ты возмущаешься? Хотел другой цвет, вот и получай. Так я хотел что-нибудь желтое, или зеленое, или оранжевое. Так тогда и надо было говорить, что хочешь цветастый костюм, а не просто другого цвета. Да уж, ну и ладно, для разнообразия и такой костюмчик пойдет. Да нормальный костюм, ну и что, что обычно черные шарики и квадраты злые, ты-то добряк. О, да, и поэтому сейчас по-доброму плюхаю ниндзей. И ты получай. Эй, куда пошел? А ну стоять. Опа-на, это же лодка. А, точняк, я теперь прямо как капитан Джек Воробей, только наоборот. В смысле? Ну, Джек Воробей плавал на черной жемчужине, а я наоборот, черная жемчужина, которая плавает на корабле. Хе-хе. Ха, верно подмечено. Ну тык. Ну что, новый уровень и новый костюм. О, да, и это будет... И будет это... погодь, чё-то не думается, золотишко отвлекает. Да шарик, ты же знаешь, что выбрать костюм можно только пока не начал катиться. Ох, ёшки-макарошки, и правда? Ну и ладно, значит на этот уровень тоже будет новогодний костюм. Хе-хе. Эй, ниндзя, вот тебе. Стопы. Хэтс. Вот теперь год дальше. Текс. Ох, вай. Ясно. Опаньки. Опасно ты прыгнул. Мог и не допрыгнуть. Там же было две полки. Хоть до какой-нибудь да допрыгнул бы. Здесь не спеши. Подожди, пока шипы уедут. Пошел. Отлично. И здесь точно так же. Да легко! Это... Эх ты, шарик-шарик, ну куда ж ты так спешишь? Кто спешит? Я? Да никуда я не спешил. Я прыгнул, когда шипов не было. Ну конечно не было. А чего ж ты проиграл? Неужели тебе деревянный короб навалял? Ладно, ну может слегка поторопился. То-то же. Вот сейчас все чисто. Оу, ну чё, съел? В этот раз я тоже поторопился, по-твоему? Не-а, похоже на тот короб вообще нельзя прыгать. Вот именно, только вот чё делать-то тогда? Понятия не имею. А, может попробовать прыгнуть на самый краешек? Ну-кась, опачки! Сработало! Ой, да молодчага, шарик! Упс, не-не-не, я, пожалуй, отойду, заново тот короб проходить не хочется. Да и не пришлось бы, здесь же чекпоинт есть. Ох, а там еще шипуга, ну да ладно, была не была. Ой-ой-ой, фуф, обломись, работюга, видал, как я от шипов попоуворачивался. Ну молодец, молодец, финишируй уже, хвостун. И на этом, друзья, мы и закончим на сегодня. 8 уровней прошли, а оставшиеся 7 и босса оставим на следующую серию. Но перед тем, как прощаться, я скажу правильный ответ на задание. КТ Мороз появился за видос 8 раз, на каждом уровне по одному разу. Все, кто посчитал правильно, молодцы. А вот теперь всем пока-пока, друзья. До встречи в следующем видео.